6 промышленных проектов до конца года. Реальность или только обещание чиновников? В Карагандинском филиале Народной демократической партии «Нур-Отан» прошло заседание о ходе реализации программы форсированного индустриально-инновационного развития в Карагандинской области. Подробнее Дана Марат. Заседание комиссии партийного контроля, которое проходит сегодня, рассматривает вопросы реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Данная программа предусматривает внедрение прорывных проектов в экономику, что позволит создать при производстве продукции высокую добавленную стоимость. Эту задачу поставил перед нами глава государства. На заседании были обсуждены проблемы реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития в Карагандинской области. Как выяснилось, в ходе заседания возникли проблемы со сроками осуществления проектов. В своем докладе заместитель начальника предпринимательства и промышленности Карагандинской области Татьяна Аблаева доложила, сколько проектов запущено на сегодняшний день. В 2012 году запланирована реализация еще 9 проектов за сумму 13 миллиардов тенге с созданием 1412 новых рабочих мест на предприятии. В первом полугодии уже запущено 3 проекта общей стоимостью более 1 миллиарда тенге, на которые создано 302 новых рабочих места. Тут возникает вопрос, что с остальными 6 проектами и успеют ли они реализоваться в срок. Возникает проблема с актуализацией этих проектов, с отрицанием каких-то проблем. В моем понимании оставшиеся 2 месяца реальные возможности объективно, видимо, не дают. На вопрос председателя комиссии партийного контроля Народной демократической партии «Нур-Отан» Уралда Тойгожина, заместитель начальника управления предпринимательства, уверила, что оставшиеся 6 проектов будут запущены до конца года. Однако на это заместитель комитета партийного контроля отнесся с недоверием и преподнес реальные факты. По тем же 9 объектам, вот, допустим, у меня вопрос сразу возник, есть комиссия партийного контроля, где там, в этих районах, рядом с этими объектами, посты там же находятся. Вот то, что сказала Татьяна Юрьевна, что эти 6 проектов, они заработают на этом году, насколько это соответствует, может, действительности. Мы часто ходим, нас школы приглашают, мы смотрим, как больницы строятся, мы заходим, там говорят, 85% готовности, а там, извините, там еще только стены и фундамент. На бумаге совсем другое. В заключение заседания данные вопросы будут решаться в срочном порядке. Для этого всем представителям партийного контроля будут выданы контрольные дневники. Если видит какие-то недостатки, фиксирует, направляет в филиал, в комиссию партконтроля те проблемы или не направляет, или его вообще там не бывает. И по этой части мы будем уже с него спрашивать, с руководителя поста, партийная ответственность, партийные поручения, как он выполняет это все. Если это будет действительно хорошая работа, будет хорошо оцениваться. Плохая работа, естественно, мы будем ставить вопрос о том, чтобы к нему вплоть до исключения из партии. Дана Марат, Баужан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.